нулевая точка от счета километров. Самое, что ни на есть, нулевая. Можно загадывать желания, если они есть, если они остались. Это обувь вот этого молодого человека. Говорят, что у девушки тоже была обувь, но ее срезали и украли. Как известно, собака и лошадь – самые лучшие друзья человека. Золото с фианитами, скидка 20%. Ассортимент ювелирных украшений очень широк. Воспользуйтесь. Это славные сыны России Татищев и Генин, основатели города Екатеринбурга. Местные жители называют их Бивис и Батхит. Этот загадочный усач со взрывателем является изобретателем радио Поповым. Раз в год в день радио студенты радиотехники подвергают этот памятник омовению. Честно признаться, я еще нигде не видела таких знаков. Только трезвая Россия станет великой. Тут есть памятник даже человеку-невидимке, самый настоящий. Здесь у старого железнодорожного вокзала целая коллекция свежих бронзовых памятников. Хотелось бы взглянуть. Памятник вагона вожатый. С чаем. То есть проводницы. Это толстый и тонкий. Работники, которые обслуживают железнодорожные... А, укладчики шпал. О, точно. Путейщица по шпалам идет. С молотком. Или что это у нее? Памятник усачу с карманными часами и колокольчиком. Часов и усов у меня нет, но в колокольчик я позвоню.